Живе Беларусь, слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко. И вот хотел бы высказать свое мнение по поводу такого вопроса, а именно польские власти призвали Европейский Союз не оказывать финансовой помощи мигрантам и не выделять денежные средства Лукашенко на содержание нелегалов, а помогать лишь медикаментами и едой. Вот вы лично одобряете вот такой призыв поляков? Я полностью солидарен с ним и считаю, что нужно помогать только, более того, я считаю, что нужно помогать только медикаментами, а едой пусть обеспечивает Лукашенко. И они сами, те люди, которые приехали, пусть себя обеспечивают. А медикаментами можно помочь. Можно помочь, конечно, едой, детям и подросткам. Это такое мое субъективное мнение. А вы вот лично как считаете? Напишите в комментариях. Интересно, что мы, как сообщество, вот у нас 3000 подписчиков на канале, что мы думаем о этой ситуации.